Привет, это Осетия Ньюс и наша подборка новостей. Ой. В районах Осетии появятся шатры здоровья. Жители республики смогут пройти бесплатное первичное медицинское обследование. Акция уже проходила в тестовом режиме в Владикавказе. Тогда в ней приняли участие около 100 человек. Вроде нормальная температура. В Северной Осетии появится карта доступности кинотеатров, оборудованных для инвалидов. Активисты проверят, удобно ли добираться от остановки общественного транспорта до входа в здание кинотеатра, имеются ли парковочные места. Внутри комиссия оценит, доступна ли билетная касса и есть ли возможность человеку с ослабленным слухом получить информацию о фильме. Фирмы-перевозчики привлекут к административной ответственности. Это касается водителей общественного транспорта, которые не выходят на Владикавказские маршруты после 20:00. Регулярность проверяют Минтранс и Ространснадзор. Всем нарушителям штраф. Это все. Главные новости на сайте osetia.news.